А, не было слышно ничего, что ли? Ну, ладно. Короче, сейчас уже слышно, да? Ну, в общем, я сказал, что Эльбис, повторю для тех, кто не слышал, что, мы построили, значит, некоторый Эльбисконечный морфизм, который есть содержание теоремы формальности Канцевича. И сейчас я сказал, что этот Эльбисконечный морфизм переводит решение Майора Картана, если есть вообще Эльбисконечный морфизм даже алгебры Ли, какой угодно, У, то он переводит решение Майора Картана в первой алгебре в решение Майора Картана во второй, где решение Майора Картана это вот тут написано что. Вот, и как бы я хочу сказать, что это является обобщением такого факта, что если у нас есть просто, ну, самый простой случай Эльбисконечности морфизма, это отображение даже алгебры Ли, да? Вот, то есть оно переводит скобку в скобку и согласовано с дифференциалом. Ну, тогда совершенно понятно, что он переводит решение уравнения Майора Картана в решение уравнения Майора Картана. Действительно, пусть x принадлежит Майору Картану от g1. Тогда просто f от x принадлежит Майору Картану от g2. Ну, и это очень легко показать, да? Ну, вы сами можете показать, просто если мы возьмем f от x, а? Это просто очевидно, да. f от x, f от x половинка равна нулю. Почему это следует? Это следует из того, что это f от dx плюс половинка xx. Да? Вот. И как бы это хорошо, но на самом деле, если у нас есть более общий Эльбисконечный морфизм, то есть у него есть там компоненты Тейлора, g1 в g2, и так далее, да, лямбда куб. Вот. То есть такая формула u со звездочкой от альфа равняется u1 от альфа плюс половинка u2 от альфа альфа плюс, ну, 1 шестая у 3 плюс так далее. Понятно, что общий член — это единица на n факториал у n. Вот. Ну и, значит, утверждение, что, альфа принадлежит Майору Картану от g1, влечет, что у от альфа принадлежит Майору Картану от g2. Вот. Ну, для того, чтобы это доказать, надо сначала посчитать степень. Вот, что такое степень у n, когда вы берете n-тую компоненту и n альфа туда подставляете. Ну, альфа у нас имеет степень 1, да? Вот, а у n имеет степень единица минус n. То есть это означает, что у n, что степень у n от f1 там fn равна сумме степеней f и t плюс единица минус n. Ну, в нашем случае все вот эти вот равны единице, то есть мы получаем n плюс единица минус n, что есть единица, да? То есть оно всегда будет иметь степень 1. Вот. И вот, и утверждается, что это, значит, вот удовлетворяет уравнению Майора Картана. Ну, в принципе, это сложно доказать. То есть это, наверное, можно показать, просто используя тождество для L-бесконечности морфизма. Но наш подход заключался, ну, как бы в некоторой перефразировке. То есть я показывал такую вещь, что если что Майор Картан вообще от хом от А в G, да, где А — это коммутативная коалгебра. Вот. Равняется хому, это хом в векторных пространствах,
равняется хому в биалгебрах от А в комплект Шевале-Эйленберга от G. Вот. Вот, понятно, что вот, вот эта вот штука, то, что тут написано, это алгебра Ли. Но это у нас было на самом деле, что если вот была бы какая-нибудь альфа, не альфа, а b, коммутативная не коалгебра, а алгебра, а g алгебра Ли. Причем может быть graded коммутатив, градуировано коммутативная, тогда b умножить на g снова алгебра Ли. Ну, и тут важно, что вот я хочу определить это таким образом, что B1, G1, вот, равняется B1, B2, G1, G2. Но если вы теперь будете проверять тождество Якобия, то у вас в одном случае там будет B1, B2, B3, в другом B2, B3, B1, и так далее. То есть для того, чтобы как бы у вас тождество Якобия свелось к тождеству Якобия в самой алгебре Ли, вот эта вот алгебра B должна быть коммутативна. Вот, а здесь это как бы то же самое, потому что, ну, например, если А конечномерно, то хом из А в G это то же самое, что А со звездочкой на G в случае А конечномерно. Вот. А это уже алгебра, да? То есть двойственная коалгебра — это алгебра. Ну, то есть это то же самое утверждение, только как бы более чуть по-другому сформулированное. И тут смысл в том, что вот эта скобка устроена так, что если у нас есть там f из a в g, f1 и f2, вот, тогда их скобку нужно определить так. Нужно взять, сначала применить коумножение, потом применить f умножить на g. Тут будет g умножить на g. И тут вычислить скобку в g. Вот, и это как бы, это на самом деле то же самое, что написано тут, только по-другому немножко пересказанное, да? Вот. И, значит, наш аргумент заключался в следующем, что вот по определению L бесконечность морфизм из G1 в G2 это отображение вот этих комплексов Шевале-Эйленберга. Они есть DG коалгебры коммутативные. Вот. Вот некоторое U. Можно его тоже U обозначить. Ну и поэтому, если у нас есть некоторое решение уравнения Маура-Картана, мы можем, конечно, считать, что A это просто константы, если вы хотите. То есть это не мешает нам так считать. То есть если вот у нас есть Маур-Картан от A в G, где, если хотите, A это просто поле там, может быть не поле, то это то же самое, значит, что хом над полем из А в G, да, в смысле Маур-Картан. Ну, давайте я так напишу. Маур-Картан от хом от А в G это хом в DG биалгебрах из А в бар от G. Ну, бар это вот наша C плюс от G. Ну вот, теперь L бесконечность морфизм нам задает C плюс от G1 в C плюс от G2. Вот. То есть мы можем как бы, и это отображение тоже DG биалгебр, да? Вот, поэтому мы можем взять посткомпозицию, так сказать, здесь. И у нас получится, что эта штука с помощью U отображается в хом в биалгебрах
от А в С плюс от G2. Вот, а это уже в свою очередь, вот по этому изоморфизму, это то же самое, что Маур-Картан из Хом А G2. Ну вот, и, собственно, вот это было наше рассуждение, я просто его напомнил. И на самом деле вот оно дается, если это все дело развернуть. То есть развернуть — это значит что? Это означает, что построить по элементу отсюда, построить элемент здесь. Это дается такой экспоненциальной формулой, с которой мы много раз встречались. И если это все проделать, то мы увидим, что вот именно вот это решение Маура-Картана, оно задается вот такой вот формулой. Вот. То есть то, что мы построили, то есть мораль заключается в том, что вот такого случая, когда у нас просто морфизм Дежа-алгебры Ли из поливекторных полей в комплекс Хохшильда как бы не существует. По крайней мере, его никто не видел. Скорее всего, ну, домик существует. Вот из двух таких. Из которых, например, вот этот квазиизоморфизм. Такое есть, да. Где тут G1, тут G2, а тут X. Но обычно пишут вот один такой, который L-бесконечность. Ну вот, да. И, значит, поэтому мы... Вот теперь, да, теперь, значит, эту формулу можно применить к нашей ситуации, да, то есть можно сказать, что такое Маур-Картан от поливекторных полей от V и что такое Маур-Картан от Хохшильда, от симметрической алгебры от V со звездой. Вот, ну на поле вектор, ну только тут надо писать, строго говоря, сдвинутый на единицу, что иначе это не алгебра Ли. Вот, ну то есть в поливекторных полях, на самом деле на любом многообразии, Маур-Картан, так как тут дифференциал равен нулю, это гамма, ну потому что тут сдвинутый на единицу, это гамма, которая принадлежит, которая бивекторное поле. Вот такое, что скобка гамма с гамма равна нулю. Вот понятно, что тут написано? Это скобка с Хоутона. Брекет. Вот, это скобка, которая обобщает скобку векторных полей. То есть как мы вообще строили скобку на поливекторных полях, например? Ну да, то есть у нас вот есть в поливекторных полях, я просто напомню, у нас сидит, значит, в степени 0 у нас есть функции, в степени 1 у нас есть векторные поля, тут у нас так далее, бивекторные, тут у нас, значит, в степени, ну, поливекторные k, поливекторные поля от m, это по определению сечения гладкие k-той степени касательного расслоения к m. Да, понятно. Ну, то же самое можно сделать полиномиально. То есть локально гамма, там k векторное поле, k поливекторное поле, оно, ну, сумма таких вот мономов, типа как гамма равняется v1 на vk. Глобально, конечно, неверно. Ну, мало ли что может быть глобально. У нас нет, но это и по факту неверно. Локально неверно, потому что локально мы выбираем систему координат, но другое дело, что это все задается неоднозначно. То есть тут мы можем как бы... То есть даже локально такая запись неоднозначна, потому что мы можем, например, сказать так, что fv1 умножить на v2... Вот, это то же самое, что v1 на f v2. То есть это как бы произведение над функциями берет. Вот. Ну, тем не менее, мы можем это дело использовать для того, чтобы сказать, что такое скобка. Но вот мы сначала определим скобку на той части, где у нас есть функции,
и векторные поля. Вот, степени 1. Как тут определить? Ну, только у нас будет сдвинуто на единицу. Это будет в степени минус 1, а это в степени 0. Ну, на векторных полях все знают, что такое скобка, да? А как векторное поле, значит, в степени 0, функция минус 1, это скобку определить и получить снова функцию. Что это такое? Ну, вы знаете, что поле в каждой точке — это как бы производная по направлению этого касательного вектора. Было у вас такое в дифференциальной геометрии? Ну, то есть вы можете, если есть не само векторное поле, а один касательный вектор, вы можете любую функцию взять как бы частную производную по направлению этого вектора. Это дифференцирование, да? Вот, поэтому у вас как бы получается, что у вас есть такая с функциями, которая по определению вы просто применяете действие векторным полем на функцию f. Вот. И дальше мы хотим это делать, значит, распространить на все поливекторные поля. И тут нашим лейтмотивом является то, что мы хотим, чтобы вот выполнялось такое. Вот, ну тут нужно такую скобку писать, если я там писал, что это гамма 1 гамма 2 на гамма 3 плюс-минус гамма 2 на гамма 1 гамма 3. Вот. Ну и, соответственно, очевидно совершенно, что если мы знаем скобку v с функцией и скобку v1 с v2, то мы можем локально, используя, и если мы знаем, что вот, то мы можем, да, хотеть ее распространить, вот как бы используя это тождество, но при этом нам надо проверять, что это не зависит, то есть вот, например, если у меня есть там векторное поле, а тут есть там вот произведение двух векторных полей. Ну, я бы хотел это определить, соответственно, как v1 с v2. V с v1 на v2 плюс минус. Я бы думал, что плюс в данном случае, наверное. Ну ладно, пишу плюс-минус. Значит, v1 с v2. Вот. И, значит, тут надо проверять корректность, да, то есть вот мы можем написать вот так, а можем написать вот так. И надо с функцией, надо проверять, что действительно получится одно и то же. Мы можем как бы написать функцию какую-то здесь, а можем ее написать здесь. Тогда вот эта фигня не изменится, потому что она в каждой точке — это сечение касательного расстояния. Оно линейно над функциями по определению. А правая часть уже не факт, что линейна. То есть, например, вот что у нас получается в этом случае? Смотрите, что вот если я напишу v с f v1 v2, вот, то это будет v с f v1 v2 плюс-минус f v1 с v f2. Вот. Ну и тут я теперь тоже должен, соответственно, использовать то же самое тождество, но я его и так знаю, что v с f v1 это v от f v1, да, плюс f v v1. Ну, собственно, это мы знаем и так из науки про дифференциальную геометрию. Вот, ну то есть, если, то есть вот здесь вот у нас можно вот этот, ну вот, то есть смысл в том, что вот если вот этот член, вот конкретно,
Сейчас. Сейчас, секундочку. Да, я тоже хотел бы, да. Сейчас. Вот знаете, как я делал? Я сейчас. Не, я обычно делал вот как-то. Закроется? Ну вот у меня есть пустая коробочка, можно попытаться ее положить вот куда-то так, вот. Тогда она не закроется. Ну вот, да, то есть давайте вот мы перепишем в результате, что нам дал вот этот член, вот это тождество, мы вот эту фигню переписываем таким образом, и у нас получается f от v от f, v1, v2, да? Вот отсюда плюс f v1 v2 не плюс f v сейчас я что-то не то написал v1 да v1 вот и плюс второй член F, да, плюс. Сейчас что-то ерунду какую-то написал. Сейчас, секундочку. Значит, вот это у нас равно вот этому, и тут у нас действительно F от V получается, да? Значит, вот эта штука. Значит, V1 и потом еще V2, да, действительно. F от V. А, V от F, F1, F2, да, все было написано правильно. Плюс F, V, V1, V2. Вот. Ну и плюс, значит, то, что у нас тут был этот член F, V, V1, V2, да? Ну вот, и на самом деле смысл в том, что я теперь мог бы вот эту вот F написать с V2. То есть я бы мог вот эту F здесь убрать, а здесь написать вот такую f. Но мне нужно проверить, что это будет то же самое, это действительно будет то же самое. Вот, ну то есть как-то так. Скобки они тоже линейные, да, относительно? Да, конечно. А, Но это просто для того случая это очевидно, вот для того, что я тут писал, да? Вот, а тут это следует из просто, ну, нашего определения. То есть наша надежда заключается в том, что если мы определим это вот таким правилом Лейбница, то получится все корректно. Вот, оно действительно получается. Ну, на самом деле, при этом это оказывается градуированная алгебра Ли, то есть гамма там k с гамма l, где это k векторные поля и l векторное поле, оно равняется минус единица в степени k ну да, kl, то есть если у нас есть просто алгебра Ли G, да, то у нас что такое косус коммутативный, что xy равняется минус единица, ну допустим, степени x плюс 1, xy, наверное, плюс 1, да, сейчас. Не, x плюс 1, да, получается, сейчас, секундочку. Вот можно написать xy плюс степень x, степень y плюс 1, я думаю, что это будет верно. Yx, то есть у нас тут будет k минус 1 на l минус 1 плюс 1, а тут гамма l, гамма k. Ну вот, и поэтому, если у нас это и это бивекторное поле, то есть если k равно l равно 2, то у нас получится 1 плюс 1, то есть что, грубо говоря, по умолчанию это становится симметрической функцией. То есть косо-симметричность обычной скобки Ли, она в этом случае симметричностью становится, понимаете, да? Вот.
Ну вот, поэтому у нас получается такая история, значит, есть такая скобка, и таким образом Маур Картан в этих самых поливекторных полях, даже на любом многообразии, это бивекторные поля гамма, такие, что скобка гамма с гамма равна нулю. Вот это в точности пуассоновые структуры, как мы их описывали в прошлом году. Помните? Ну, хорошо. Сейчас надо немножко это самое стереть. Что говорите? Обобщение? В смысле, вот эта скобка с Хоутона? Да. Ну, она... Нет. Сейчас я объясню. Сейчас, я понял вопрос. Вот, значит, что такое скобка Пуассона? На M, на многообразии M. Ну, это значит, у вас есть M, C бесконечности многообразия. Вот, и, ну, это может быть алгебраическое, комплексное, это не важно. И есть такая скобка. Ну, давайте также обозначим. FG. Вот. Которая есть лямбда квадрат. То есть это скобка Ли. Некая скобка Ли. И дальше верно, что F1 F2G равняется, то есть скобка Ли согласованная с умножением коммутативным F1G F2 плюс значит F2 там на F1G. Вот. Ну, вообще, откуда они, правильный вопрос, и зачем это, да? Почему они как бы образуют? Это понятно зачем. Ну, в общем, смысл в том, что на самом деле, вот давайте я напишу.
это вот тоже. Ну, давайте я напишу три условия. Значит, первое условие, просто я вот распишу подробно и сформулирую некое утверждение. Равняется минус fg, да, то есть это коскоммутативность. Второе, это вот это f1, f2, g равняется f1, f2, g плюс f2. Вот, и третье, это тождество Якоби. Да, это Лейбница, да. Вот, f1, f2, f3 плюс все две других циклических перестановки вот всего этого дела, это равно нулю, да? Это тождество Якоби. Вот, и значит, вот из первого и второго следует, если скобка регулярна. Ну, значит, сейчас объясню, что такое регулярно. Следует, что равняется гам, равняется гамма df dg для единственного бивекторного поля гамма. Вот. То есть такое гамма единственное. Что такое регулярность? Это значит, что это как бы довольно там, ну, например, то, что там fg, оно как бы ведет себя как некий дифференциальный оператор по каждому аргументу любого порядка. То есть что нету, что это как бы... Но понимаете, дело в том, что гладкие функции — это такая топологическая алгебра в каком-то смысле, она бесконечно мерная. Вот. А тензорное произведение, оно эту как бы топологичность не учитывает. Поэтому мы как бы не требовать, что вот соответствующая скобка, ну, любой элемент тензорного произведения или отображение из тензорного произведения дается чем-то регулярным, то тогда будут такие феномены, которых нету в полиномиальном случае. Если бы мы работали с полиномами на векторном пространстве V, не нужна была бы никакая регулярность, она гладкое многообразие нужна. Вот, тогда, значит, это верно, что существует бивекторное поле, для которого вот это верно. А если еще верно к тому же третье, то отсюда следует, что вот эта скобка гамма с гамма с Хоутона равна нулю. А, вот тут. Это, ну, смотрите, у вас гамма, вот это, да? Это сечение от лямбда 2 tx. Ну, tm. Вот, а есть еще df. Это дифференциал полной функции. Это сечение t со звездочкой m. Правильно? Кокасательного расслоения. То есть в каждой точке у вас ковектор получается. Проходили, да, это? Вот, и dg это тому же самому принадлежит. То есть на самом деле вот эта штука, она, ну вот гамма, то есть вы берете как бы внешнюю степень t со звездочкой x, m, и спариваете ее с второй внешней степенью tm. И отсюда у вас есть отображение в c бесконечность функции. То есть у вас вот это два расслоения, в которых в каждой точке слои дуальны. Понятно, да? Ну, это все равно, что вот если у вас есть лямбда 2 от V, то и лямбда 2 от V со звездой, то отсюда есть отображение в поле. Но тут такие лямбда 2 V и лямбда 2 V со звездой сидит в каждой точке многообразия, да? Поэтому и этот элемент поля сидит в каждой точке, поэтому он становится функцией. Понятно, да? Ну, хорошо. Ну вот, значит, вот, собственно, поэтому понятие... Ваш вопрос, как бы ответ на ваш вопрос, является ли то обобщением того, то
То есть это скобка с Хоутона обобщением по Сонновой скобке, но это не, ну, некорректный немножко вопрос, потому что они как бы связаны, да, то есть вот любую скобку по Пуассона можно описать единственным образом, то есть вот она описывается с помощью вот этого самого бивектора гамма. Вот. Ну хорошо. Значит, вот, но, значит, вообще правильный вопрос, что вообще вот это такое? Вы сказали, что это связано с механикой. Ну, там симплектические только многообразия. То есть дело в том, что вот бывают пуассоновые, то есть, как это сказать? Ну, вот смотрите. Вот если у вас есть симплектическое многообразие, да, то у вас есть, соответственно, два форма, да? Вот, и эта форма должна быть не вырождена в том смысле, что она определяет там изоморфизм касательного пространства в любой точке с кокасательным. То есть вот с помощью этой формы вы их можете как бы отождествить. Не канонически, но если форма фиксирована, то уже как бы по модулю этого канонически. А? Да, да, конечно, да, замкнутая. Нет, на самом деле отождествить-то вы можете всегда. Вот, ну да, правильно, замкнутая, да. Вот, ну вот, теперь если вы как бы вот это отождествление примените, то у вас форма, которая омега, которая принадлежит лямбда 2 вот этому, значит, да, со звездочкой, она, значит, перейдет в некоторое там омега со звездочкой, как бы, которую я гамма обозначу, которая принадлежит сечением лямбда 2 от Tm, да? То есть вы можете, ну потому что вы можете T со звездочкой и T канонически отождествить по модулю этого M. Вот, и тогда вот это условие, которое вы знали, что D омега равняется нулю, переходит в условие, что вот это можно сделать, отождествить, можно и без этого условия. Но если есть условие D омега равно нулю, то тогда вот эта гамма будет, соответственно, пуассоновым. То есть это следует из d омега равно нулю. Ну вот, это как бы одна часть истории, а другая часть истории, что в обратную сторону это сделать нельзя, в принципе. То есть у вас, то есть вот если вот вы делаете это таким образом, то у вас соответствующая гамма, она тоже в каждой точке определяет изоморфизм касательного пространства и кокасательного. А бывают гаммы, которые не определяют, но тем не менее удовлетворяют вот то, что гамма с гаммой равна нулю. То есть, грубо говоря, пуассонов случае он более общий, чем симплектический. Потому что в симплектическом случае вы рассматриваете только невырожденные омега, что означает, что они как бы определяют изоморфизм касательного и кокасательного пространства в каждой точке. И это приводит с помощью этого изоморфизма к гамме, для которого, бивектору, для которого d омега равно нулю, означает, что гамма с гаммой равно нулю. Но это некое упражнение, то есть можно это показать. Локально можно показать, а глобально это то же самое вычисление. Вот, и, короче говоря, значит, а дальше вот можно как бы попытаться сказать, а пусть у нас есть гамма, которая вот этому делу удовлетворяет, но она не является невырожденной, то есть она не определяет изоморфизм. Вот тогда это называется пуассоновой структурой. То есть каждая симплектическая приводит к пуассоновой, но не наоборот. Понятно, да? Вот, с другой стороны, ну, с моей точки зрения, ну, это скорее связано с дифференционным квантованием следующим образом. Потому что для меня, как бы, ну, для меня, в общем, первичной задачей является задача
дифференционного квантования, но это моя специфика, может быть. То есть, в смысле, а не Пуассонова механика. Хотя, наверное, я не прав. Значит, что такое дифференционное квантование, которое тоже приводит вот к пуассоновым структурам? Что-то как-то я плохо высушил. Обычно просто тряпки более сухие. Вот. Но это вот такая вот история, что у вас есть некая алгебра коммутативная. Можно считать, что это функции на многообразии. И теперь вы хотите на этой алгебре написать, деформировать умножение. Умножение, чтобы оно осталось ассоциативным, но и уже перестало быть коммутативным. Но, возможно, не коммутативное. На самом деле, всегда не коммутативное в содержательных историях. Вот. Ну вот вы можете это написать. Да, и вы хотите это сделать формально. Ну, то есть вы формально по некоторому параметру, который традиционно называется h-bar. То есть это означает, выражаясь алгебро-геометрически, что вы хотите на тензорном произведении А и формальных рядов от этого h-bar написать некое произведение, которое, которое имеет два свойства, то есть три свойства. Оно ассоциативно, его специализация в точке h-bar равна нулю, есть старое умножение. И оно h-bar линейно. H-bar линейно, это означает, что h-bar там f там умножить на hm там g равняется n h-bar m n плюс m умножить на fg. Вот. Ну, то есть такая вот штука, она, значит, пишется некоторым рядом, да? Как легко понять. Что вы говорите? Да, вот тут написано, что значит. То есть, что если вы возьмете f умножить, ну или там h-bar в степени n, f и его произведение с g, то это то же самое, что h-bar в степени n умножить на f g. Ну и то же самое по второму аргументу. Ну то есть такая штука из-за этой h-bar линейности, она однозначно определяется своими значениями, когда f и g просто гладкие функции, да, без h-bar вообще. То есть вы можете написать, что вот f star g равняется f умножить на g плюс h-bar b1 fg плюс h2 b2 fg плюс так далее. Это бесконечный ряд, где b и t
это как бы некие любого и больше равно единица, они как бы бирегулярны. То есть являются дифференциальными операторами там, по каждому аргументу локально. Нет, ряды Лоранна обозначаются вот так. K от H. А вот это вот K, вот это вот полиномы, а вот это вот, это формальные ряды. То есть это ряды Лоранна H. Это ряды Лоранна без отрицательной части. Причем формальные, да. Ну да. Ну вот, поэтому, в общем, это вот, если вы знаете как бы такое, то вы знаете всю вот эту структуру, и вы от нее требуете, соответственно, ну, она уже тогда по определению будет H-бар линейна, вы, то есть от нее надо требовать только, чтобы, ну, и специализация при H-бар равная нулю будет равна вот этому вот старому произведению, то есть первое, второе условие тоже выполняется. То есть получается, что единственное, что ну вот, нужно требовать, это ассоциативность. Ну что-то да, то есть для полиномов ее не нужно требовать, а для гладких функций нужно. Это означает, что локально это некоторый такой как бы бидифференциальный оператор. То есть, что, ну, грубо говоря, что это ведет себя как некоторая степень дифференцирования, достаточно высокой локально по каждому аргументу. Вот. Ну хорошо, значит, вот у нас есть вот это вот единственное тождество, которое мы требуем. Значит, утверждение B1, что если я напишу вот такую вот вещь, по определению задам ее как B1 FG минус B1 GF, то это скобка Пуассона. На n. Вот. Ну, значит, как это можно показать? Давайте мы это покажем. То есть нам нужно вот эти вот свойства показать. Но то, что она как бы косо-коммутативна, это просто очевидно, да? То есть вот свойство 1, оно по определению. А дальше, значит, вот ассоциативность, она... То есть смотрите, значит, дайте я скажу, что мораль всего этого дела заключается в том, что как бы мы рассматриваем вот эту вот штуку как некоторую инфинитизимальную информацию от этого ряда. То есть то же самое, как, например, если у нас есть, ну я не знаю, то же самое, как мы можем как бы рассматривать что-то в первом порядке, первый коэффициент Тейлора, условно говоря. Вот это первый коэффициент Тейлора. Оказывается, что, ну, конечно, вы меня можете спросить, а почему надо минус брать, а если взять плюс, например. Ну это вот можно сказать, что если взять плюс, то, ну это немножко другой вопрос, но в общем... А? Ну, почему я беру B1 от FG минус B1 от GF? Ну, а? Ну, это верно, но если я хочу рассматривать как бы инфинитизимальную часть в каком-то смысле этого моего стар-произведения, то я бы мог же и не брать вот этот минус, правильно?
Вообще, строго говоря, инфинитезимальная часть это B1, а не B1 от FG минус B1 от GF. Вот. Ну, в общем, это связано с тем, что я теперь на этом... Ну, в общем, это связано с некоторой калибровочной группой, которая на этом деле действует. Но давайте я не буду сейчас об этом говорить. Вот, ну, значит, соответственно, вот у нас есть вот эта вся история. И вот мы можем, значит, у нас есть ассоциативность. Star H равняется F star GH. Ну, понятное дело, что для любого N больше либо равно единице это некоторое уравнение. Уравнение. Ну, то есть, строго говоря, для n равно нулю, но тут оно выполнено. Например, для n равно нулю это fgh равняется fgh. Имеется в виду, что если я напишу левую часть и правую, то и то, и другое это формальные ряды по h-бар. Поэтому я могу при каждой степени h-бар написать, что левая часть равна правой, у меня получается много уравнений. Но это очевидно, это просто следует из коммутативности. Вот. Вот. Дальше, если n равно единице, но тут уже получается, видите, немножко более сложно. То есть что у нас получается? Что, вот как это написать? Что такое вот здесь вот? Это значит, я могу взять fg и потом b1 от fg с h. То есть у меня должна быть сумма, вот, а в общем случае это там сумма b и t от fg там с h, там какие-то bg-тые, какая-то такая сумма по i плюс g. И вот это вот i плюс g должно быть равно n. Ну, грубо говоря, это какие-то там выражения. Вот, например, здесь, когда n равно единице, вот у меня должно быть одно только b1, да? И это равно... Да, нет, это еще не все, конечно. А? Да, еще что-то. Плюс b1 от fg на h, да? А, да, вот так, да. То есть тут внешний b1, а тут внутренний b1. И это должно быть равно тому, что тут стоит. А тут стоит, значит, f на b1 от gh плюс b1 от fgh. Ну вот, но на самом деле можно показать, что это... Потому что граница Хохшильда... B1 от FG вот, равна нулю. Просто. То есть B1 это некая коцепь Хохшильда. И то, что тут написано, это означает, что, ну, что это коцикл Хохшильда. Ну просто это по определению. Если вы помните формулу для дифференциала Хохшильда, это вот просто буквально оно написано. Тут показывать нечего. Вот. Ну а как отсюда увидеть-то, что это некоторые, значит, задается некоторую пуассонову скобку? Ну да, и можно, кстати, заодно написать еще, что при n равно 2, там это уже что-то такое будет. Но тут уже будет более сложно, будет что-то типа... Вот тут уже будет как бы вот b2 будет член от fg умножить на h, да, плюс b1 от fg b1 от h там чему-то равно. Вот. И тут уже вот b2 возникает, а я хочу все выразить в терминах b1. В общем, короче говоря, некоторый трюк заключается в следующем, что для любой ассоциативной алгебры A, не обязательно коммутативной, а вот если я могу написать AB равняется A star B минус B star A, то это алгебра Ли. То есть будет выполняться тождество Якоби, и это следует из ассоциативности. Вот, поэтому я могу, ну это понятно, да, наверное? Вот, поэтому я могу применить это, вот могу как бы вот написать как бы вот не это, а я могу написать, что FGH, ну да, что FG это, вот FG это алгебра Ли, а это равно, соответственно, F star G, минус g star f. Ну вот, и когда я хочу сказать, что это алгебра Ли, то
Значит, у меня получается. Вот что это дифференциал Хоршильда? Нет. Это только для B1, так можно сказать. Но видите, тут уже какой-то B2 возникает. Они уже становятся смешаны. В общем случае это B-ита от B-житого. Видите, вот как-то так. Да, понятно, да. Вот, ну то есть эту штуку можно написать, она начинается с нуля, потом в ней первый член это B1 как раз. Вот от FG минус B1 от GF на H, да, вот, плюс, ну, что-то порядка H в квадрате. Вот это вот и есть наше, вот то, что мы хотим назвать скобкой. Вот, и она, значит, косо-коммутативна. Значит, вот я рассуждаю таким образом, что если вот у нас есть какая-то бирегулярная скобка, точно так же, как я выше говорил, то вот эта штука, она всегда есть гамма от df на dg для некоторого обвектора гамма. То есть значит, нет, слушайте, я вам ерунду говорю какую-то, и вы меня не... Сейчас, я поправлюсь сразу. Я поправлюсь. Значит, я сказал, это написал правильно, но, значит, смысл заключается вот в чем, что это получается не просто алгебра Ли, а эта алгебра Ли еще обладает тем свойством, что А, Б, стар... вот что А, Б, С, где вот тут вот этот стар, да, равняется А, Б на С плюс Б на А, С. Но это просто следует из как бы очевидных вещей, то есть это равно А, Б, С минус Б, С, А. Ну, а дальше вы показываете, что вот тут то же самое написано. А, Б минус Б, А на С плюс Б на АС минус С А. Но вот у вас вот это БАС, и это БАС сокращается, и остается то, что положено. То есть, грубо говоря, это не просто алгебра Ли, а это алгебра Ли, которая еще обладает таким некоммутативному, всегда по умолчанию удовлетворяет тожество Лейбница своего рода. И это верно для любой ассоциативной алгебры. Вот. Ну вот, и так как я просто хочу, то есть у меня есть как бы два тождества. У меня есть тождество Якоби, вот, и это тождество Якоби, оно начинается с, то есть, смотрите, чтобы получилось тождество Якоби, я должен, ну, как бы три взять, два раза применить скобку. Ну, значит, тождество Якоби, оно поэтому начинается с порядка h в квадрате, да? С порядка h в квадрате. То есть в порядке h и в порядке в первой степени и в нулевой это просто 0 равен нулю, как бы, уравнение. Вот. И при этом то, что у меня есть в порядке h квадрат, это в точности вот fgh там плюс ghf плюс hfg, да? Вот. И мне надо, как я знаю, что вот это равно нулю. Вот, потому что вот здесь, когда порядок h квадрат, чтобы я получил порядок h в квадрате, я должен взять его скобку с порядком h бар в степени 0, а тут у меня сидит 0. Поэтому в порядке h бар в квадрате будет вот просто обычное
тождество Якоби для этой скобки. А вот это вот тождество, оно начинается, то есть если я тоже его разложу вот из этой формулы по всем этим степенным рядам, то оно начинается, естественно, с порядка тождества, некоммутативное тождество Лейбница начинается с h-бар в первой степени, да? Вот. Ну, это просто очевидно, что тут не может быть h-бар в нулевой степени, потому что везде скобки. Значит, первая, вот нетривиальная, это первая степень. Даже скобка начинается без, у нее нету h-бар в нулевой. Ну вот, и можно теперь показать, значит, что у нас скобка fg, она вот эта со звездочкой, это 0 плюс скобка вот это fg h-бар плюс что-то порядка h в квадрате, а умножение там f умножить на g, ну это, соответственно, f умножить на g плюс b1. Мы не будем выписывать, это мы уже выписывали. Вот, поэтому я хочу взять, вот, что мне дает вот это вот тождество в первом порядке по h-бар. Вот. То есть если у меня первый порядок по h-бар, то вот от скобки я обязан взять b1, я обязан взять первый порядок, потому что нулевого у нее нету. Поэтому вот здесь, вот, вот в старом произведении, я должен взять нулевой порядок, если я хочу суммарно получить один. Потому что я хочу вот взять тотально, чтобы был вот h-бар из-за скобки и h-бар отсюда, чтобы эта сумма этих степеней была равна единице. Значит, так как тут у меня все начинается с единицы, значит, здесь остается 0. И у меня получается в точности вот это тождество Лейбница на самом деле. Получается, что вот из тождества Лейбница при h-бар равно единице вот, дает мне а на bc равняется b на ac плюс значит ab на c. Вот, понятно, да, почему оно это дает? Ну, потому что вот это у меня, в принципе, тут у меня есть тоже первая степень, вторая. Но если я возьму вот отсюда первую степень, например, b1 от bc, а здесь вот у меня все начинается с первой степени, что в скобке нету нулевого компонента. Поэтому если я возьму вот здесь b1, то у меня суммарно уже получится 2 по h-бар, а мне хочется 1 взять по h-бар. То есть я беру, вот, значит, что взять, это значит, что я от скобки должен взять первый порядок по h-бар во всех членах, а от умножения взять нулевой. Другого способа получить первый порядок по h-бар у меня нет. Вот. Ну и вот у меня получается в точности уже тождество Лейбница, только уже коммутативное, ну, Пуассонова тождества Лейбница, да? Пуассонова тождества Лейбница. То есть то, с которого мы начинали, которое у нас вот в определении Пуассонова многообразия. Где вот эта штука определяется как b1 от fg минус вот b1 от fg минус b1 от gf. Понятно, да? Ну вот, а значит дальше я могу, то есть это означает, что да, а так как вот то, как я тут вам это все рассказывал, это означает, что если есть тождество Лейбница, то это означает, что моя Пуассонова скобка вот, вот я тут это сказал, что если есть тождество Лейбница и косокоммутативность, то это гамма на df dg. Ну понятно, может быть, хотя бы, что в одну сторону, что если это гамма на df dg,
то есть тождество Лейбница. Вот это мы можем просто сделать сейчас. Это очень простое упражнение. То есть давайте я напишу где-нибудь. Совершенно верно, да, совершенно верно, конечно, да. То есть вот, то есть в одну сторону это очевидно, да, потому что, давайте я напишу все-таки на всякий случай, чтобы было. Вот, значит, гамма на D F G на D H, да, да, допустим, это значит равняется F G H. Вот, гамма, если я тут хочу написать F на G на H, то это, соответственно, чему равняется? Это равняется f гамма на dg dh, да? Если я хочу написать g на fh, сейчас g на fh, да, то это равняется, соответственно, g на гамма на df. То есть сейчас считаю тут, значит, gh, а тут fh. То есть g на fh. Вот, то это равняется g на df dh. Нам нужно просто показать, что вот это равно сумме этого и этого. И когда я неправильно сказал, что это следует просто из формулы, что dfg равняется df. Формула, которая в алгебраической геометрии называется формула для киллеровых дифференциалов. Да, Роман? Знаете, вас Ваня учил, Иван Александрович, да, учил киллеровым, или может на алгебраической геометрии киллеровым дифференциалом? Но вот эта вот формула просто для киллеровых дифференциалов, да? То есть dfg равняется df на g плюс f на dg. Да, это вот конкретно Иван Александрович говорил, но не на спецкурсе. Ну вот, да, то есть вот тут у нас выполняется то же самое, и отсюда следует, что вот это равняется, вот это равняется этому плюс этому. То есть в одну сторону, если у нас есть такая запись, то тождество этого самого выполняется, Лейбница, да, но верно и в обратную сторону, что если у нас это регулярная штуковина, то как бы для которой выполняется тождество Лейбница, то это, вот это уже более сложное упражнение, но тоже можно сделать как упражнение. Не очень сложно. Ладно, короче, давайте я вернусь к основной теме. Значит, что мы получили? Вот у нас есть, значит, вот этот вот ряд. Я взял в нем вот эту вот линейную как бы часть. Причем косо симметризовал. После этого я хочу как бы получить некие следствия вот этих уравнений ассоциативности при n равно единице, двойке, там, тройке. Я хочу взять самые два простейших, при единице и при двойке. Но при этом я делаю это немножко хитрым образом, потому что я хочу, например, вот здесь вот избавиться от этого там b2. То есть я хочу выразить все в точности только через b1, как бы, да? Немножко такое вот мое странное желание, но мало ли, бывает же. Вот, и значит, получается, что я это делаю таким образом. Я ввожу как бы для любой ассоциативной алгебры алгебру Ли с такой вот скобкой, да, и говорю, что, во-первых, это алгебра Ли, во-вторых, это алгебра Ли удовлетворяет с очевидностью такому как бы некоммутативному тождеству Лейбница.
Я могу взять в нашем случае, вот когда это все степенные ряды по h-бар, вот это тождество Лейбница, оно будет первое его нетривиальное место, это будет порядок h-бар в первой, а здесь в скобке, в тождестве Якоби, первое нетривиальное место будет порядок h-бар во второй. Вот пока я сделал такое, что я написал вот h-бар в первой, и получил, в общем, самое обычное тождество Лейбница, из которого, как мы говорили вот тут выше, следует, что есть такой бивектор, не обязательно пуассоновый, такой, что вот это. Теперь дальше можно показать, что вот если у нас есть, соответственно, скобка FG, которая равняется вот этому вот FG плюс O от h-бар в квадрате, да? А тут, нет, h-бар в квадрате. Сейчас, h-бар в первой, да, это h-бар в квадрате. Вот, да, вот и плюс, да. Вот если у нас есть такое, и я хочу взять компоненту при h-бар в квадрате, то, естественно, у меня вот это вот уже не будет контрибутировать. Потому что если я возьму два раза вот эту скобку для тождества Якоби, я уже получу h-бар в квадрате. Ну и у меня получается самое обычное тождество Якоби. FGH, да? Ну, плюс все циклические вот эти самые равны нулю. Правильно, да? То есть у меня получается, что я, если у меня есть вот какое угодно такой вот степенной ряд, который ассоциативен и задается там этими бирегулярными операциями, то для вот такой скобки верно, что это скобка Пуассона. То есть смысл в том, что, как я уже говорил выше, вот в этом определении, что тождество Якоби, оно эквивалентно да тому, что скобка с Хоутона гамма с гамма равна нулю. Вот, короче, теперь самое интересное. Это все была такая прелюдия. А самое интересное, что вот мы хотим как бы решить обратную задачу. Вот предположим, у нас есть... Вот обратная задача. Пусть есть скобка Пуассона. Существует ли на многообразии M? Существует ли стар произведения на гладких функциях такое, что b1 от fg минус b1 от gf это в точности наша скобка Пуассона. Вот. Понятно, да? Вот эта вот задача совершенно нетривиальная, потому что видите, вот я тут взял какие-то трюки, манипуляции, взял в первой степени по h-бар какое-то там тождество вот отсюда возникающее, во второй степени. А может я возьму теперь в третьей или в четвертой и получу какие-то еще. Потому что видите ли, вот если бы у меня, например, было бы гамма, вот если бы вот такое вот b1 задавалось бы гаммой, b1 от fg минус b1 от gf, но гамма бы не удовлетворяла, например, вот этому свойству, то тогда это было бы препятствием, соответственно, к выполнению тождества Якоби, то есть в порядке h-бар в квадрате. То есть если бы это вот не было бы верно, то тогда было бы неверно, что для такого гамма существует вот это стар произведение. Потому что если оно существует, то это должно быть для этого же твоей Якоби. Поэтому задача реально совершенно нетривиальная. Возможно, у меня высшие порядки по h-бар задают какие-то еще там мои алгебраические условия, выполнение которых необходимо для того, чтобы это было вот таким рядом. И вот теорема Концевича заключается в том, что таких условий нету. То есть, что если есть, то есть, сейчас я это запишу. И, в принципе, это было какой-то изначальной, наверное, мотивацией, но потом это пошло, ну, просто сильно дальше. То есть, вот из-за того, что это... Максим увидел в этом вот это вот или бесконечность морфизм, это вот просто вот из этой задачи, но это некий трансцендентный шаг. Ну, трансцендентный в таком смысле,
математического понимания, то есть нетривиальный совершенно. Хотя, конечно, вот так, как рассказываешь, да, кажется, что все очень логично, но... Так, давайте-ка я возьму еще кусочек мела. Вот, теорема Канцевича. Решение обратной задачи о дифференционном квантовании. Она говорит такое, что пусть M гладкое многообразие, F скобка Пуассона, то есть F G равняется гамма D F D G и гамма-гамма равняется нулю. Тогда существует стар произведение F стар G равняется F G H бар в первый или как-то там, да, B1 от F G плюс h бар во второй b2 от fg плюс так далее, такое что b1 от fg минус b1 от gf равняется вот нашей вот этой скобке Пуассона. То есть морально никаких высших препятствий, связанных там как-то с ассоциативностями в высших порядках, нету. Понятно, да? И, собственно, доказательство, мы ее доказали, в общем, практически. Потому что, смотрите, давайте вот сейчас я расскажу, почему доказали. Я думаю, что дальше уже про эти все там теоремы о касательном произведении у нас сегодня, к сожалению, времени не хватит. Ну да, то есть, значит, ключ к разгадке заключается в следующем. Ключ. Что? Пусть А ассоциативная алгебра. Над полем К. Тогда. Вот. И пси из А тензор на А в А, ну, линейное отображение. То есть, в частности, мы можем рассматривать, естественно, пси как элемент комплекса Хоукшильда, да? Но это не важно на данный момент. То есть мы можем применить... То есть, нет, на самом деле это важно, потому что на комплексе Хоукшильда, комплекс Хоукшильда, сдвинутый на единицу, это даже алгебра Ли, как мы знаем. Вот. И в нем есть, соответственно, уравнение Майора-Картана. D Hochschild Psi плюс половинка
пси с пси равняется нулю. Причем дегри пси равняется единице, в смысле даже алгебры Ли, тогда и только тогда, когда вот это пси принадлежит второй компоненте от Хохшильда, от А. То есть как раз из А на А в А, из А в квадрате. Вот что у нас сдвиг на единицу. Вот, тогда, значит, линейная тогда лемма заключается в следующем, что А стар Б, которое по определению старое умножение в А, плюс пси от А Б, это снова ассоциативно, если и только если ну вот есть пси принадлежит Мару Картану, то есть это означает, что d Хохшильда пси плюс половина пси с пси равняется. В прошлом году мы это в деталях разбирали. Ну, вы, конечно, забыли, потому что я думаю, что у вас столько всего было и в математике, и вообще с прошлого года, поэтому, как бы, наверное, я должен... Не, ну это на самом деле очень простое утверждение, смотрите. То есть, ну, утверждается, что вот есть некая... Что вот у нас есть ассоциативность вот этого вот дела. Для старого умножения у нас есть ассоциативность, мы знаем, да? Причем тут А не обязательно коммутативно даже. И есть теперь, значит, ассоциативность для этого. Ну, как это можно выразить? Ну, можно просто вот написать вообще, что это такое. Это некое уравнение там на пси. Вот это должно быть равно А на Б стар С. Ну, вот, это, значит, равняется АБ плюс пси от АБ. Теперь это умножается на С. Плюс пси от АБ плюс пси от АБ еще с С. Ну вот, можно написать, что это такое. Это АБС плюс пси от АБ на С плюс пси от АБ на С, вот отсюда, да, плюс пси от АБ С. То есть тут у нас как бы нулевой степени по пси линейной и квадратичной. Ну и точно так же я могу написать и тут, понятно, да, что это равняется А на БС плюс пси от БС. Вот, плюс пси от А на БС плюс пси от БС. И это на самом деле, ну, чуть-чуть другое. То есть начинается оно с того же самого. АБС плюс линейное, значит, будет А на пси от БС. Вот, плюс пси от А БС. Вот, а тут будет плюс пси от А, пси от БС, да? Ну вот утверждается, что если линия, вот если это равно вот этому, то эти вот А, Б, С у нас сокращаются, а то, что у нас будет эта строка минус эта в линейная по пси, это просто вот дифференциал Хохшильда, это просто даже отсюда видно. А вот то, что это минус это скобка Герценхавера. Помните, как скобка Герценхавера у нас пишется? У нас пишется, вот мы одну коцепь подставляем в другую, пси 1, пси 2, в любое вот это вот и, в любую ногу мы подставляем и получаем коцепь, у которых ног на единицу меньше, чем сумма аргументов пси 1 и пси 2. И потом мы еще вычитаем, то есть вот это будет операция пси 1, цирк, пси 2, и потом скобка, она, значит, пси 1, пси 2 равняется пси 1, цирк, пси 2 минус плюс пси 2, цирк, пси 1. Но в случае, когда у нас знак плюс, а у нас знак плюс, и здесь, значит, пси 1 равно пси 2, то у нас получается два раза одно и то же. Поэтому достаточно посчитать просто пси, цирк, пси,
И у нас получается, что ну вот у меня есть вот это вот пси с двумя ногами. Я могу это пси подставить в первую ногу и могу там, надо с каким-то знаком взять, подставить, будет со знаком минус на самом деле, подставить пси во вторую ногу. Вот у меня получается, значит, скоб Гирсенхайпер. Причем она получается удвоенная, да, потому что вот у нас здесь как бы получается коэффициент 2, а в Маури-Картане я должен на 2 поделить. То есть как раз получается вот ровно то, что тут написано, без 1/2 как бы. Ну вот, поэтому это совершенно просто элементарно, это было известно давно, то есть люди знали, как устроено. Ну, в конце концов, ну, это все существовало задолго до ну, того, что в конце счета формальность доказал. Ну и поэтому, то есть, с одной стороны, все вот это вот придумать, это там отдельная работа, но ею намного раньше люди занимались. Вот. Ну и поэтому как бы мы можем это старое произведение рассматривать как, соответственно, решение уравнения Маура-Картана. То есть вот, а именно, что это означает? Давайте я напишу это более четко. Вот, это означает, что вот здесь напишу. Вот, это означает, что пусть f star g, значит, равняется f умножить на g плюс, соответственно, h bar b1 от f g плюс все остальное. И вот это вот мы назовем пси от a b. Ну, тогда, применяя нашу лемму, вот это все ассоциативно, тогда f star g ассоциативно, если и только если пси принадлежит Маару-Картану. А от Хохшильда, причем заметьте, что пси, оно начинается с h-bar, то есть оно как бы, специализация его в h-bar равно нулю, она ноль. Ну вот, и, собственно, спрашивается, как я могу применить теперь вот то, с чего я начал, что решение Маура-Картана дает мне решение Маура-Картана. Вот у меня есть этот L-бесконечность морфизм U. Вот, ну, правда, если сказать более строго, то пока я это U знаю только для векторного пространства. Я специально так как бы начинал, чтобы не нагромождать вас разными делами непонятными. Вот, то есть пока у нас V векторное пространство, ну и мы пока для векторного пространства это и сделаем. Это тоже нетривиальная задача. Для того, чтобы сделать для любого многообразия, это, кстати, можно при некоторых условиях даже для алгебраического многообразия сделать. Вот. Но чтобы сделать это даже для гладкого многообразия, нужна некая дополнительная работа. Сначала делается для векторного пространства, вот то, что я вам рассказывал весь этот, ну или не вам, я не знаю, кому рассказывал весь этот курс, а потом это можно глобализовать. Ну, там уже нету времени глобализовать, но, ну, в общем, это не так сложно на самом деле. По большому счету. Ну, интересно тоже. Ну, в общем, это, скажем так, любой хороший бы там математик бы сделал. А вот доказать это для векторного пространства — это реально гениальный результат. Придумать, что это верно, там и доказать — это очень круто. Вот. Ну, короче говоря, значит, вот этот L-бесконечность морфизм, который у нас есть, он переводит. У нас есть формула вот такая, гамма. Давайте я теперь не альфа буду писать, а гамма. Она равняется u1 от гамма плюс u2 пополам от гамма гамма плюс 1 шестая u3 гамма 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 плюс так далее. Значит, это снова будет решение Маура-Картана, только вот уже в этом Хохшильде, сдвинутом на единицу. Вот, тогда, значит, давайте я возьму вот гамма равняется... Там h, некая гамма 0. Вот давайте вот здесь вот
у нас пусть гамма 0, пусть гамма 0 Пуассонова структура на V. На нашем векторном многообразии, векторном пространстве. Просто 0, чтобы отличить там от того, что тут написано. Потому что я хочу вот так вот написать на самом деле. Вот тогда я это просто банально гамму, просто вот никакого ряда тут нету. Просто беру вот это вот гамма 0 и умножаю на гамму. Потому что ну, я хочу, чтобы специализация в нуле давала мне 0. Вот, чтобы при h-ба равно 0 ни правая, ни левая часть не изменялись. Вот, я, значит, сюда вот это вот дело подставляю. То есть я пишу U1, я пишу U со звездочкой вот от этого гамма 0, ну или h-бар гамма 0, вот, оно равняется, соответственно, вот если я это сюда подставлю, h-бар U1 от гамма плюс h-бар в квадрате U2 от гамма гамма плюс так далее. Ну вот, и вот эта формула, ну, если я теперь напишу, вот как положено, f star g равняется f умножить на g плюс пси. Вот, где пси, это теперь будет вот эта вот штука. Ну вот, то это пси начинается действительно вот с h-бар, и она, будучи решением Мауро-Картана, дает нам просто вот дает, что все это вместе ассоциативно. Ну и вуаля, вот это и есть как бы решение вот этой задачи через теорему формальности. Ну, это, может быть, я не знаю, на самом деле это наименее, ну, с современной точки зрения это наименее такое разительное, что ли. Это скорее некая дань классике и мотивации, потому что там в 70-х годах некоторые люди, они, значит, вот задались этой задачей, французы, этой задачей дифференционного квантования, и вот она решена. Но, в принципе, сейчас это все, ну, есть тут намного более интересные следствия, вот, которые, про которые уже нету времени как бы рассказывать, к сожалению. Ну, по крайней мере, это я вам объяснил, да, как это связано. Вот, вот один молодой человек, который мне этот вопрос задавал, сумеет посмотреть видео, и, может быть, будет понятно. Ну, не знаю, как-то, конечно, немножко мне не нравится то, что, как бы, с одной стороны, те, кто ходят, забывают, с другой стороны, ходят нерегулярно, поэтому приходится некоторые вещи повторять несколько раз. Ну, по крайней мере, тоже нормально. Вот. Ну, вот. Ну, то есть это, я думаю, понятно, да, вот то, что сегодня происходило. Но это, еще раз, это является самым наименьшим вообще, ну, вещью,